Администрация промышленного района Самары сообщает, что в 49-й школе, которая носит имя ветерана военной контрразведки Константина Стычкова, прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине создания военной контрразведки Советского Союза, легендарного СМЕРШ. В 1943 году на переломе Великой Отечественной войны эта организация и ее сотрудники сыграли решающую роль в деле разгрома немецко-фашистских оккупантов. На мероприятии присутствовали вдова ветерана Таисия Григорьевна, представители Совета ветеранов военной контрразведки и юнармейцы школы. Торжественная встреча завершилась возложением цветов к мемориальной доске ветерана Константина Григорьевича Стычкова. Администрация Ленинского района Самары сообщает, что 22 апреля в 10 утра во всех регионах России начнется Всероссийский субботник. Самарская область не станет исключением. Субботники – это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело – проявить свою заботу о родном городе. Принять участие в субботнике сможет каждый неравнодушный житель. Инвентарь будет предоставлен. В Ленинском районе Самары он пройдет на территориях, которые в этом году участвуют в голосовании по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в сквере Пушкина и в сквере Монастырского. Всего в Самаре в голосовании участвуют 20 общественных пространств. Именно жители решают, какие территории будут благоустроены в 2024 году. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в телеграм-канале сообщает о переносе дат бронирования путевок. В связи с техническими сбоями на социальном портале suprema63.ru бронирование путевок в детские, оздоровительные и санаторные лагеря переносится с 20, 21 и 22 апреля на следующие даты – 24, 25 и 26 апреля – с сохранением той же логики бронирования. Начало бронирования путевок – 9 утра. От имени министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой департамент приносит извинения за сложившуюся ситуацию.